Это Вавилон. А что он делает в Стиме? А что тебя приглашают? Он дозирует пар. Вавилон, да? Дозатор он дозирует, короче. А чем мне дозатор? Ну это у меня кликуха партии. Это ты Вавилон? Да. Серьезно, что ли? Кликуха? О, что ты там дозируешь? На старте так много. Немного. 10 тысяч на старте, по 1000 на рыло. Почему очко на старте такое большое? Да, почему оно так расширилось? Кто-нибудь с вертолета пошлет на Елену? Тогда Иван. О, что, бой начался? А чего молчите? Ну, я вообще не сказал. Смотрю. Порнографические. Фу. Быть таким. Вавилон, ты куда пойдешь? Я вот это, между чартом и это. И... Может, на Иван? Русский, ну, на Харитон-то тоже надо пойти его, как бы. И пехоту бы на Елену тоже неплохо. Я еще вертушки могу себе послать там на Елену, а вот пехоту нет. Пехота. Или наоборот. Вы там обозначите, кто что берет. Кто налево пойдет? У нас слева вообще никого. Кто ЦВшки поставит? На Грегори, на Центр, на Борис. Похоже, я налево пойду. Давай. Танки сливать. Нет, слушай, да, знаю, как ты любишь сливать танки. Может, ты их сольешь на центре? Кто-то помог. А что, на центре много танков? Они же на Харитонсе. Ну да, вот поэтому, чтоб ты сливался хотя бы с пользой. Где-нибудь справа от Елены сливай. Не знаю. Столько... Там и это можно, сливается. И то можно, да. Даже не знаю, куда их слить. Киньте ПВО вертов направо. Ну что, это три вертолета боевых кину на центр, на больше у меня денег нет. А я боевых пингвинов. Пехота у меня там не будет, имейте в виду. Вот я Вавилон-то надеюсь, что ты вот эту часть защитишь. Эту да. Я ее солью в первую очередь. Ну я тут танчики возьму, говнотанчики. По 170. Ну я три топа возьму, но направо. Специально, чтобы ты мог подергать, понимаешь? Перед боем. Потеребить пятюни. Так кто на Грегори ЦВ-шку кинет? Признавайтесь. У нас 10 ЦВшек. 10 секунд хватает, ну ты чемпион. А я берет 2 удалых и все. Куда? В этот болото удалых загоняешь? Да. На мель сразу? Сразу на мель садаешь, это огневая точка непотопляемая. А потом роет туннель, подкоп, квест у соперника и все. Какие-то французские термины пошли вообще. Угу, незнакомые слова эти. User joined your channel. Поздно, поздно, поздно. Да у меня и нет вылетел там. Да мы из-за тебя просрали всю игру. Ой, вот я вылетел, и вы проебали. Ну вообще да. Я думал, пух, ты обиделся. Да. Что, у меня не 25-дюймовый монитор? А то, как я сливаю. О, теперь это называется слово монитор, да? Томка это. А вы типа только начали. Вот прям вот только юниты двинулись. У тебя микрофон стал другой. Голубого цвета. И как ты почувствовал? Но, короче, звук изменился, короче. Томка это слева. Там томатов пиздец. Пускай летают, пускай. Так это же прекрасно, да. Мужики, справа проеб. Я на Грегори поставлю. Кто не занимался? Ну, вот отправлю это, свои сразу, конечно, три говна вертолета, но... Так туда никто не пошел. Так, блин, там, так выше, нифига, было. Слева выше, тоже есть враги. Справа отправляйте самолеты, ага. Есть. Так бьё. Вы там на центре справитесь с этой говноколонной? На
или как? В центре никого нет. Не-не-не, вот здесь, который едет. С центра направо. Да, у меня там металлчик нет, подъезжает. Там нету никого. Чё-то они хуярят. Ну что ж, ЦВшечек нигде даже нету, а? Вот народ. Я поставил. Я свой тоже поставил, но вот на Елене у нас сам сектор занят, ЦВшкой рядом даже нету. Пехоты тоже нет, просил пехоту. Есть. Чем я гордо буду защищать? Блок упал. Лови. Угу. Это ко мне похоже. Зараз задел. Ну это хок на тебя сбрасывает. Ух! Хорошо прилетело. Сераф, что за хрень? Не знаю. Опять танки выбили, да? Да ничего не сливается. А ты говорил, тут быстро сольется. Ну старайся. Ты же можешь. Только начало игры. Действительно. Верь в себе, ты сможешь. Вавилон, к тебе сейчас пехота, похоже, подъедет уже вот сюда. С вихрами аккуратней. Зачем ты жопу их разворачиваешь, как в вертухе? Есть кнопочка G. А почему СУ, походу, самая крутая пехота красных из этих, ну, рядовых, которые бойцы обычные. Есть так. Вот здесь вот вражеская пехота. Если они вы ее не убили. Больше всех впитывается и нет? Они, у них самый лучший пулемет. Народ, ну... Блин, ладно. Не, Иван на маске застрял, и все. Пальни в землю. А в курсе, что к вам корпус Марины прутся, а? В курсе, да, я... Вот... Чё могу сделать, когда у меня три танки и две ПВО. Танками их ебошить. Я не знаю, что у меня вот здесь вот стоит. Меня сейчас в бочину вынесут. Томка это на центре. По-моему, китайский самолет упал до того, как в него ракета прилетела. От страха. Его можно понять. Держи, как бы подбежит, потому что иначе мне просто я буду бежать на встречные пули по приколу просто. Чуть дыма дать и все. Ну дыма, сейчас. Кшемка едет. Меня впалили, там разведка сидит. Да, неудивительно. О, сейчас будет антисемитизм у меня тут. По полной программе. Тула на твои танки. Вот-то и нету. У меня 8 машинок с иглами. Да я про 72 кг. Там тоже высадка или верты, там просто стоят. Не, ребята, вот, а что делать? Как не двигается эта жопа моя вот эта? Нева. Пальни пози... Невой. Невой не User знаю. Joined your channel. Хороший вопрос. Здорово. Привет. Привет. Здорово.
Ничего личного, если мы тут изничтожаем израильские войска. Есть личное. Так, ладно, тогда я не буду в них стрелять. Это проклятые жиды, да? Ну, у меня тут локальный, да, антисемитизм. Ну, они первые начали с другой стороны. А у кого-нибудь есть хреновая техника, вот, чтобы он ракеты потратил, этот злой вертолет? Есть. Александр, разведка впереди. Да, вижу. Дай дымы, пожалуйста. Но место у вас, конечно, не будет. Ну, сейчас уже, по-моему... А, вроде даже будет одно, и все. Одно будет. Ты что хочешь, одними грозовиками зайти туда, что ли? Не, еще верты будут со спецназом. Меня спалили пехоту? Всю пехоту разъебут, блядь, за это долбанные спешки. У них кончится пехота уже. Ты, сука, сбил меня, блядь, мига. Ах ты, блядь, мудак. Он не прав. Мы его поставим на вид. Чего такие косые-то? Очки надо. Ты свое предлагаешь или как? В аренду на вечер. Ну. Радар над центром. Сбил. Угу. Можешь этот самолет, вертолет грохнуть мой один разок. И он тебя отъедет. Мирной. Ага, все, мой вышел. А он даже ничего не может сделать. Ну, через Т, через атаку. Там Абрамс. Нет, она его вообще не видит. Да ладно, бог с ней, я еще одно вызвал. Найткок. А, вот он, там, поменялись. Зараза, заедеть к нему уже. Бля, нахуй вы на этот Абрамс-то задымили? Чуть-чуть зря, назад, Кальта. Надо себе дымить, а не им.
Дим, ты будешь продвигаться? Тут занял домики все, что не продвинутся ничего. Да, буду. С Еленой можно идти вверх. Слева много истребителей. Ой, много. Чё-то, по-моему, там уже все кончилось. УАЗик на Михаэле. А чё они выходят? Провыкидываешь, что ли? Увидели тебя и все. И дёру. Да что ж такое-то, когда эти цевушки? Цевушки. Як, сделаем плохо. Хватит артить. Нет, не ярче. Хуя они, блядь, чем атакуют. Неведомой фигней. Да они и это, истребителям с пушки атакуют наземные войска, обалдеть. Ну там делать-то уже нечего. Еще бедняжкам остается. Потому что там КШМ у них было. Они пытались спасти. Прикольно, моя не важила. Может бы пятый сделать? А, нет, там только самолетов, что бесполезно рядом летать. Равен на центре. Заебали эти гусеницы. По-моему, что слишком часто летают. Больно, я мелькал у пламя не убил. Ну она уже там подраненная со всех сторон была. Бля, теперь мне танк выбили. Причем не заслуженно. Этому заслуженно. Главное, все там ездят и ничего, я поехал сразу. Пшш, маршрут. Борт. Это проклятие. Как там? Мы пойдем в этот город или нет? Или мы будем это сиськи нет? Thunderbolt. Все-таки зачухал модерн.
Так, где у них там разведка? То ли на Михаэле, то ли где-то сильно рядом. Вот пол выкинули на их базу. Одна машинка взорвалась. Эффективно. Валим. Там кнопочка В на такие случаи есть. Вот к шемку туда. Танканул. И где-то еще есть разведка. Мне уже надоело ПВОшки свои туда-сюда катать. Постреляйте артой вот сюда на всякий пожар. Блин, я же вызвал кошемки. Найтхок справа. На Ивана, на Михаиле едут кошемки. Вертолет лучше на Константина приберечь. Ну, вот точно бьют Роланды, которые надо, он весь обмазан. Чик, смотри. Да, ничего я сделаю. Я ты сейчас потом погоню. Расплету их, чтобы не всех было видно. Все, их не видно. Пока, блин. Сюда, ебаница. Блоки, ребята, блоки. Готов. ЦВшку на Константину вызвал. Воздух, воздух. Прикройте сушку. Ебать, там воздуха сколько. Успел. Давайте, ребята, разбирайте. Бля, сейчас они на возврат пойдут, чтобы им в жопу залететь. Давай. Хуй толком, Путин, сейчас. Ой, да ладно тебе, Сераф, ты чё? Неудачно вышел.
Зря ливанул, так бы сзади мог накинуть. Вот сейчас вот и можно выходить в жопу. Да не, бродарник за 80 разрядились. Путин двоих сбил, еще он вернулся. Угу, могла она. Ок, учтем. Ух, ПВО много. Не летай, там бы не пятый. Да, не летайте. О, в этом лесочке, дохуя все. Кошеемку зато убрал. Не 28 спарки, рысь. У тебя там просто сейчас сплэшем их обоих. Ничего страшного. Школа Олега. Тачки, танчики за 45 копеек плавающие, это просто имба какая-то. Ну что, они контрятся? Нет, но они очень хорошие для свою цену. Как же мне это достало? Короче, нужна пехота. Пехота? Пехота, да. Невозможно техникой пролезть. Ты за 45 копеек, у тебя, короче, пушка, 17 пробоев, плавает, ты еще и ракеты есть. Ну, вот, собственно говоря, рысь, одной ракеты двоих. Ну ладно. Так, где-то танки. Да идите вы нахер, сколько у вас тут стоит? Суки косые, блядь. Не, на дороге в огне нету, я убил. С трупы я сел. Да, тоже уже, знаешь, на уровне пофигу. Чем я буду дожидаться пехоты?
Мы закончили.